Убираться надо отсюда, к чертовой матери. Убираться надо отсюда, к чертовой матери. Первый лейтенант Дюран, мэм. Третья бригада, 14-й пехотный полк. Я чертовски рада вас видеть. Вам нужно подкрепление. Вообще-то нам нужно убираться отсюда к черту. Но думаю, на ваш корабль мы не поместимся. Нас высадили здесь несколько месяцев назад. Припасы нам привозили каждые 2 недели. Мы не видели тут ничего опаснее лишайников. А вчера из-под земли полезли эти твари. Я не знаю, откуда они взялись. Это все, что осталось от 90 человек. Я старший офицер. Для начала скажите, что вы здесь делаете? В этом скоплении активизировались пираты. Мы установили сеть станций перехвата на случай, если здесь у них крупная база. На орбите нас ждет корабль. Мы могли бы закидать их бомбами. Это не поможет. Они передвигаются глубоко под землей. Если они вдруг решат выйти на поверхность, это будет рядом с нашим лагерем. Если сбросите бомбы на них, заденете и нас. Они называются Рахни. Сюда в последнее время прилетал транспортный корабль? Да. Но это был корабль Альянса, капитан. В смысле, это был дрон. Полностью автоматический. Но что... Мы такое уже видели. Долгая история. Мы сражались лишь с малой группой. Наши сейсмические датчики показывают, что из-под земли поднимаются сотни этих тварей. У нас есть максимум 5 минут. Возможно, нам удалось бы сдержать атаку, если бы наше положение было не таким плачевным. Вы же видите, это место полностью разрушено. Делайте, что можете, чтобы защитить свои позиции. Мы посмотрим, удастся ли нам починить системы защиты. Слушаюсь, капитан. Вы слышали, капитана. Всем приготовить боеприпасы и гранаты. Ешьте и пейте, пока есть такая возможность. Перед смертью не накуришься, но все равно. Курите. Как проходит ремонт? Как проходит ремонт? Я так понимаю, мы никуда не уходим, да? Я думаю, нам надо убираться отсюда к чертовой матери. Мы отобьемся. У вас есть лишние боеприпасы, мэм? Жаль,
что вы не танковая бригада. Она бы не помешала. Жаль, что вы не танковая бригада. Она бы не помешала. Все закончилось, да? Мы можем уйти. Станьте космопехом, повидайте галактику. Черт бы их побрал. Станьте космопехом, повидайте галактику. Черт бы их побрал.
Черт побери, мэм! Вот это была заварушка. Вы в порядке? Да что мне будет? Сами не ранены? Все еще на ногах. Но мы сражались почти 26 часов без отдыха. Долго мы не продержимся. Мэм, мы получили сигнал от одного из БПЛА, который сканирует поверхность. Большое пустое пространство примерно в 500 метрах под землей. Вот. Наверное, это оно и есть. Скорее всего, оттуда они и появляются. Но мои люди не в том состоянии, чтобы провести зачистку. Просто скажите нам, где это. Вы не обязаны это делать, капитан. Мы их измотали. Мы можем подождать, пока появится большой корабль и заберет нас отсюда. Если вы хотите пойти туда, мы дадим вам координаты. Но решать вам. Вы спасли наши шкуры, капитан. Спасибо. Вы настоящий солдат. Станьте космопехом. Повидайте галактику. Черт. Вы настоящий солдат. Уже все, да? Мы можем уйти? Разбудите меня, если какая-нибудь тварь захочет меня съесть. Я должен был охранять это место от пиратов. Уже все, да? Мы можем уйти? Я здесь, чтобы защищать планету от пиратов, а не от хищных насекомых. Разбудите меня, если какая-нибудь тварь захочет меня сожрать.
Thank you.